На конкурс дети читают стихи. Ларионова Алена. Скоро Новый год. За окошком снег идет, значит, скоро Новый год. Дед Мороз уже путь долго к нам ему идти. Со снежные поля, по лесам, по сугробам, по лесам принесет он елочку серебряных иголочек. С Новым годом нас поздравит и подарки нам оставит!